ехать на велике по снегу и ехать потом на лыжах. В таком темпе Иван Крюков живет большую половину своей жизни. Со спортом барнаулец познакомился во втором классе. У нас был урок физкультуры. И я абсолютно не умел кататься на лыжах. Я просто вышел на нем. И понимаете, у меня был такой какой-то максимализм, может быть, детский, юношеский. Я хотел всему хорошо научиться. И в этот момент я понял, что вот здесь я, извините, по математике хорош, а по физкультуре я, ну, никто вообще. И на следующий год, в третьем классе, я увидел объявление в сентябре. Объявляется набор в лыжную секцию. Я понял, вот это мне надо. Слышь, все и началось. Они полюбились барнаульцы с самого детства. На них Иван покорял как краевые, так и всероссийские турниры. А после был биатлон, затем пересел на велосипед. А в 2016 году в жизни барнаульца появился триатлон и беговые лыжи. Мужчина начал участвовать во всевозможных российских и мировых соревнованиях. Покорил 100-километровый забег, а затем и айронмена. Это самый длинный триатлон в мире. 4 километра плыть, 180 проехать на велосипеде и 42 пробежать. Готовился к такому несколько лет. Чтобы стать тренером в триатлоне и вообще в циклических видах спорта, я хотел испытать все на себе. То есть я вот как тренер, я все тренировочные программы испытываю на себе. Сейчас Иван ставит людей на лыжи, учит этому виду спорта как взрослых, так и детей. В планах даже открыть детскую секцию. Сам он в этом сезоне на лыжи уже встал и ждет таких же любителей в лесу. В свободное время барнаулец продолжает путешествовать, совмещая, конечно, со спортом. И готовит людей к самым сложным марафонам. Здесь, как говорится, а вам слабо? Дмитрий Дроздов, Александр Андропов. День с толком.